3. Привет! Встречайте двух маленьких лисят. Игрушки выполнены из качественного искусственного меха. Внутри лисят у нас находится скелет. Благодаря этому у каждого из лисят сгибаются лапки, шея, хвост. Это полностью подвижные игрушки, которые могут принимать абсолютно любые позы. Могут сидеть, лежать, стоять. Также подвижные у нас ушки сгибаются. Одному из лисят я выполнила подвижную челюсть. У нас открывается и закрывается ротик. Вот такой малыш получился. Повторила все пропорции настоящих лисят. А так выглядит второй лисенок. Вот такие вот малыши получились для вас.